Довольно, встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела? И так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, я любила вас. Но что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли, вам была не новость смиренной девочки любовь, а нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной, я благодарна всей душой. Тогда не правда ли в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась? Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна? Что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор, не потому ли, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь. Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный, строгий его разговор, когда б моей лишь было власти. Я предпочла по обидной страсти этим письмам и слезам, к моим младенческим мечтам. Тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам, а нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувствами к врагу.